я начальник отрезвителя работал. Я уж рассказывал. Хотел спросить. Что? Ты был начальником отрезвителя? Да. Это страница биографии мне неизвестна. Да как неизвестно? Ты что? Это я приехал, когда с Карелии переводился, а у них отрезвитель был в коридоре, там мрак, блин. Вот. И начальник говорит, давай, а Татьяна, жена, тоже работала в милиции, чтобы она перевелась с Карелии сюда. Как дембельский аккорд в армии, так у меня был типа дембельского аккорда. Надо было в отрезвитель переселить в наркологию, в городскую. Ну, тут все рядом. И, типа, аттестацию пьяный, не пьяный, все это дело провести. Вот. Ну, ладно. Говорит, вот сделаешь в отрезвитель, я и жену твою возьму. Ну, я, в общем, за месяц перестроил там палаты, хераты, все это все сделал. Сделал, у меня была, значит, коричневая. А их не камера зовут в отрезвитель, а палаты мне. Ну, как будто тоже медицинская. Значит, коричневая была, салатовая, а для особых, кто выебывался, голубая, блядь, голубым цветом покрасил. Сейчас расскажу. Короче, а я их все ходил проверял, раньше в отрезвили, то по рожу стучат, то деньги у пьяного заберут, то там с девчонками у КВМ там настроили, да? Вот. Прихожу, а я говорю, выпускайте, чтобы в туалет их выводили как по-нормальному, чтобы они не ссали с кровати. Завтра придет другой, что он на ссаном будет спать, что ли? Ага. Прихожу, слышу, бум-бум, блядь, бум-бум в двери. И кто там ломится-то, блядь? А, урод один. Я говорю, а что он ломится? Ссать просится. Я говорю, давно. Третий час, блядь. Ёпта мать. Я говорю, так я бы устал со мной, если три часа меня не пускали-то. А там же положено досматривать по-нормальному, блядь. А те, блядь, шлунганули, блядь. Сейчас кино будет, блядь, да. Я говорю, ну-ка, подик, открывай. Этому, ну, не поможешь, а дежурному. Открывай. Тут дверь открывает, хуяк ногу оттуда вылетает. Прям натурально нога от коленки, блядь, с ботинком, блядь. Тут хуй на жопу сел, говорит, ёпта мать, он ногу откусил, блядь. А у нас у чувака нога деревянная была, ну шурупи, блядь. Он его как-то выкрутил там в камере. Нога руками-то уже заебся стучать в дверь-то, блядь. Ссать-то ходца, блядь, да. Я короче, ногу тут винтил, блядь, и давай ногу хуячить по двери-то, блядь. Усывается же мужик-то, а, блядь, культурный попался. В кровать-то как-то неудобно ссать, ты все равно сам спать-то, ну, напросто он не замерзешь, я бы, да. Вот. И, короче, нога-то вылетела, я сам-то хуел, думаю, нихуя себе ногами палеются, блядь. Сейчас еще голову кто-нибудь пальнет, блядь. Я подхожу, а хуля на одной ногой стоит и говорит, я устал, блядь, если вы меня сейчас не выведете, блядь. Я говорю, а что такое? Он говорит, моя нога, а ты, блядь, как здорово. Короче, отдали ему ногу, то он прикрутил, сходил, выссался. Он благодарен был до жопы, ебта мать. Во-первых, ногу вернули, блядь, и боссался, да. Вот. Кино, я тебе говорю.